Гляньте, зрители, купила игрушку вот такую вот. И хотела там позже снять вам видео, как полезная она или бесполезная. И муж заранее достал, и здесь уже оторвали. Короче, вот такой пушистик. На самом деле он неплохо влияет на моих котов. И вот тут здесь вот так повесили его как-то где-то. Вот тут здесь вот так он висел. И, короче говоря, погремушка, вот это оно как-то так было. Оно. Чудо ты мое. Работает, что ли? Игрушка работает, Вася. Тарахтушка. Или просто на шум прибежал, или на голос. Ой. Вася, это такое чудо. Вася, ну покажи. Или не царское дело это бегать, а? А ну, Вась. Что такое, Васька? Гляньте, какой пани. Васька, а ну-ка. А ну, что ты без движения, а? А ну-ка, побежит или нет? Ой, боже. А, то ты просто с разбега потянулся, да? Вася, ты что? Жирпуп ты мой. Давай пресс качай, бегай, спортом занимайся. А то разжиреешь. Что я буду с тобой жирным делать? Подсаживать на диван? Не залезешь, не слезешь. А мне надо такой. Я люблю мужчин таких. Подкачанных. Красивых. Спортом, чтоб занимались. Келес. Миссис Келли. Ой, доброе утро. Они просто спали. Может быть, не проснулись. Чья идея была игрушку поломать, а? Признавайтесь. Ой, гляньте, у женщины вот... Женщина, гляньте. Женщина спортом за ним. Женщина, что такое? Килюся, ну давай, не подведи женский пол. А ну кто, мужчина или женщина? Ой, не могу. Ну? О, гляньте. Гляньте, кто? Кто? Кто будет у меня здесь? Так, Килюсина реакция, Басина. Ну, не мужское это дело, напрягаться. Вы поняли, да, женщины? То рыбка, Бася, что ты там испугался? Рыбка в аквариуме. И женская реакция. Так, Килюська, дай. Мужская реакция. Ну, вы поняли, да? Мужики, вот вам доказательство еще среди котов. Не любители напрягаться. Ну, Вася. Вася, не подведи, а ну-ка. Ну, настоящий мужчина, что я могу сказать? Ну, женщина, женщина, женщина и женщина. Женщину попросить, она сделает. Дитя точно голодным не оставит. Ну и все, будем заканчивать, да, Килюська, на этом. Привяжу я ему сюда вот игрушку. Также вы видели, вот игрушка. Вон игрушка, где-то там мышь валялась, крыса большая. Мыши где-то там везде. Ну, в общем, игрушек хватает. Ваше Величество, что ли, подошел? Ой, ой, не царское это дело, да, не царское. Ну все, всем пока. До встречи в следующем кисячем видео. Люди огрызаются еще. Не нравится Баске. Здесь привяжу и будет вот здесь так игрушка висеть. Это пухнастик.